Новую современную учебную мастерскую «Роботизированная сварка» открыли в региональном техническом колледже при поддержке Минвостокразвития России и правительства Приморского края. Сегодня сварочное производство – востребованное направление на рынке труда. Сегодня у нас открывается современная мастерская по роботизированной сварке, которая совмещает в себе все современные отраслевые стандарты. Данная мастерская открывалась при поддержке Минвостокразвития, правительства Приморского края и Министерства профессионального образования и занятости населения. Сегодня дети получают оборудование, на котором они смогут получить профессиональное образование, соответствующее всем отраслевым стандартам. И они будут весьма востребованы на рынке труда, как в отрасли судостроения, так и в жилищно-коммунальном хозяйстве, потому что без сварки и дома не построишь. Роботизированная сварка – сравнительно новая технология, востребованная в промышленности серийным производством. Если рассматривать роботизированную сварку, то для каких-то промышленных, допустим, производств, для объемных работ, больше подходит роботизированная сварка, потому что даже тот же человек не сможет сделать, допустим, одинаковую деталь 100 раз. Это будет, то есть, трудоемкий процесс, долгий. А робот, допустим, ему остается лишь написать программу, все, что требуется от оператора, то есть от меня, я сейчас ответственен за роботизированную сварку. Вот. И все, уже запускать процесс, то есть он спокойно, без моего ведома, мне только контролировать сам процесс остается. В планах колледжа на 2025 год запуск учебно-производственного комплекса. В учебном заведении комплексно подходят к подготовке представителей рабочих специальностей. Сегодня наш региональный технический колледж обучает по 7 основным профессиям. Это мастер ЖКХ, это санитарно-техническая система и оборудование. Это у нас слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей, электромонтажники, электрогазосварщики. Эти профессии особенно очень сильно сейчас востребованы у нас в Приморском крае, тем более и в частности в городе Владивостоке. У нас сейчас, вы видите, проходит грандиозное строительство жилищных комплексов. И вот эти вот профессии, электрогазосварщики, сантехники, вот, они особенно востребованы. Главная задача профессионального образования – подготовка компетентных и грамотных специалистов-практиков, востребованных на рынке труда. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.